Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в случае повторного избрания готов рассекретить материалы, касающиеся убийства Джона Кеннеди, дела Джеффри Эпштейна. Он рассказал, что когда находился во главе американской администрации, рассекретил множество материалов по делу убийства Кеннеди. Дональд Трамп стал первым американским экс-президентом, признанным виновным по уголовному делу. В суде Нью-Йорка единогласно признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Дональд Трамп заявил, что допускает возможность тюремного срока в качестве приговора, который будет вынесен судьей в Нью-Йорке, но готов управлять Америкой даже из тюремной камеры. Его адвокаты уже предупредили, что обжалуют приговор суда. Сам же Трамп назвал этот приговор скамом. Приговор бывшему президенту США будет оглашен 11 июля. Как думаете, посадят Трампа? Пишите в комментариях.